Ремонт в одной из комнат Татьяна Андреянова начала совсем недавно. Причина – нескончаемая плесень на стенах. Была плесень, и мы делали ремонт, скрывали швы, сами заделывали. И устраняем это, чтобы меньше дуло, и избавляемся по мере своей возможности от плесени. Плесень есть и в других комнатах, рассказывает Татьяна. На кухне россыпь черных точек особенно заметна внизу, около плинтуса. Избавиться от плесени Татьяна не может уже много лет. Периодически ремонт делаем, снимаем, обрабатываем. Откуда плесень взялась, я не знаю. Вот такая здесь у нас плесень по Сюмбике 64, дом, торцевая стена, обои отклеиваются. В комнате очень холодно, жить вообще невозможно в этой комнате. Это видео к нам в редакцию прислала Оксана Химичева. С плесенью в своей квартире она борется уже 5 лет. А эти кадры уже из другой квартиры, дома 64 по улице Сюмбике. Мы вообще убирали, приклеивали обои, но вот этот угол мы не трогали. Здесь вот видно, что у нас плесень. Улицы Сюмбике и Чулман закреплены за управляющей компанией по ЖКХ-17. Оперативно получить комментарий там нам не удалось. Мы направили письменный запрос руководству компании. Анна Селезнева, Марина Чернышкова, Н-Медиа.